Если вы заметили, что на вашем микрофоне, подключенном к компьютере, постоянно присутствуют фоновые шумы, общаетесь ли вы в чате, либо же что-либо записываете, и после чего, к примеру, приходится постоянно обрабатывать звуковую дорожку программы. На самом деле всего этого можно избежать, конечно же, если ваш микрофон и аудиоразъем находятся в целостном состоянии, то есть исправны, то есть выход. Нам необходимо настроить микрофон. Есть два способа. Первый – это через стандартные средства Windows, и второй – через драйвер звука на вашем компьютере. Я, допустим, могу воспользоваться и первым, и вторым. Давайте сначала рассмотрим первый случай. Это настройка стандартными средствами Windows. Перейдем в панель управления. Выберем оборудование и звук. Выберем звук. Перейдем в запись. Найдем именно тот микрофон, который сейчас задействован. В ноутбуках, если вдруг у вас подключен сторонний, может быть их два. Будьте внимательны. И нажмем правой кнопкой мыши «Свойства». Здесь нам нужно выставить уровни. То есть на максимум, если хотите, чтобы ваш микрофон выдавал максимальный звук, точнее принимал его. И перейдем во вкладку «Улучшения». Здесь мы уберем галочку «Отключение всех звуковых эффектов» и выберем «Подавление шума». А также перейдем во вкладочку «Дополнительно» и немного улучшим качество записи. Я это уже сделал. Выберем вот это. Также оставим галочки, как у меня. Нажмем «Применить» и «Ок». Это первый способ. Второй способ, в принципе, не отличается сильно от первого. Убедитесь, что у вас установлен драйвер звуковой карты. Вот в моем случае. Запустим визуальное приложение драйвера. Выберем микрофон. И здесь выставим тоже подавление шума. Перейдем в настройки. И тоже улучшим качество. Уровень громкости записи микрофона находится вот здесь. То есть вот такая вот ситуация с настройкой подавления шумов на микрофоне. Кстати говоря, сейчас вы смотрите видео без какой-либо обработки звука. То есть я сделал это специально, чтобы вы могли увидеть результат настройки микрофона. До этого у меня было огромное количество шумов. Приходилось по два раза использовать функцию подавления шума в программах. Ну вот сейчас вот так вот. Ну что, ребята, запилим очередной прогнозик на Катовице 2019, а именно на плей-офф. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.